Стража, сработал. Я контролирую все системы. Быстро! Раскрывайте станцию! Возможно, флот успеет сбить Властелина до того, как он вновь перехватит управление. Попробуйте открыть канал связи. Путь предназначения. Основные двигатели отключены. Мощность кинетических барьеров упала до 40%. На борту члены Совета. Повторяю, на борту члены Совета. Нормандия, Цитадели. Нормандия, Цитадели. Скажите, что это вы, капитан? Я здесь, Джокер. Мы принимаем сигнал бедствия, капитан. Я тут в секторе Андуры, со всем Арктурским флотом. Мы можем спасти путь предназначения. Просто разблокируйте ретрансляторы вокруг Цитадели, и мы тут как тут. Хотите жертвовать людьми ради спасения Совета? Что он сделал для вас хорошего? Это касается не только людей. Властелин — угроза для всех органических видов в галактике. Тупо тратить подкрепление, чтобы спасать Совет. Придержите их, пока Цитадель раскроется и человеческий флот сможет вдарить по Властелину. Какие будут приказы, капитан? Лететь на выручку пути предназначения? Или погоди, пока жопу рвать? Я открываю ретрансляторы, Джокер. Путь предназначения надо спасти любой ценой. Надеюсь, Совет это оценит. Корабли Альянса в бой! Спасти путь предназначения! Капитан, мы получаем подкрепление! Это Альянс! Слава богине! Идем! Мы нашли их! Они здесь! Спокойно, все кончилось. Вы в безопасности. Где капитан? Посол, капитан Андерсон, капитан Шепард. Мы собрались с целью высказать наше признание тому значительному вкладу, который войска Альянса внесли в войну против Властелина и гетов. Многие люди отдали жизни в борьбе за спасение Цитадели. То были отважные солдаты, пожертвовавшие собой ради того, чтобы мы, Совет, остались жить. Нет жертвы больше этой. И мы разделяем вашу скорбь об утрате столь многих благородных воинов. Совет также находится в личном долгу перед вами, капитан. Долг этот не оплатен. Вы спасли от Властелина и пожинателей не только наши жизни, но миллиарды других. Капитан Шепард, ваши героические и самоотверженные действия – символ всего, что представляет собой человечество и Альянс. Хотя тех доблестных солдат, что отдали свои жизни ради нас, уже не вернуть, мы можем почтить их память своими поступками. Человечество показало, что готово встать на защиту галактики. Вы доказали, что достойны занять свое место среди нас и служить в Совете Цитадели. Советник, от имени человечества и Альянса мы благодарим вас за эту честь. Нам нужен список возможных кандидатов от людей на место в Совете. Учитывая все произошедшее, ваши рекомендации, капитан Шепард, будут иметь большой вес. Вы поддерживаете кого-либо конкретного? Нам нужен человек, которому хватит смелости защищать то, во что он верит. Такой, как капитан Андерсон. Как кто? Вы, наверное, шутите? Андерсон предпочитает говорить кулаками. Только с вами, посол. Только с вами. Вы уверены, капитан? Андерсон солдат, а не политик. На Цитадели и так слишком много политиков. Капитан прекрасно справится с задачей. Думаю, это правильный выбор. Совет примет его с радостью, если он сам согласится. Я польщен, советник. Как представитель человечества, я буду всеми силами помогать Совету восстановить разрушенное. Поражение Властелина знаменует начало новой эры и для человечества, и для Совета. Властелин был лишь авангардом. Флот пожинателей все еще на подходе. Сотни кораблей, а то и тысячи. И я собираюсь найти способ их остановить. Это правда. Человечество готово внести свой вклад. Объединившись с Советом, мы сможем противостоять любой силе. Когда придут пожинатели, мы должны действовать сообща. И вместе мы загоним их туда, откуда они вылезли.